Приветствую вас. Давайте для начала попробуем с вами сформировать то, из-за чего вы страдаете. То есть, что является эдаким основанием для страданий? Что причиняет вам наибольшее страдание? Давайте постараемся немножечко в эту сторону посмотреть. И разобраться с этим, потому что момент важный. А следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это, собственно, направленность. Вы направлены на то, чтобы ваша жена была счастлива, или вы направлены на то, чтобы вы были счастливы? Идея о том, чтобы быть счастливыми оба, конечно, хорошая, но не всегда, к сожалению, реализуема. А если ваша жена говорит о том, что она вас никогда не любила, и секс с вами ей не нравился, что теперь у нее другой мужчина, то, ну, скорее всего, здесь действительно некоторые есть проблемы с тем, что она не удовлетворена тем-то. Вот, ну и, конечно, важная идея заключается в том, чтобы как-то понять, что именно ей не нравится, что именно ее не устраивает, что именно ей трудно, что именно ей тяжело, вот. И, соответственно, уже после этого смотреть на то, что вы можете сделать для нее. Вот. Конкретно. Как вы можете изменить свое поведение? Конечно, для этого необходимо, чтобы вы в первую очередь допускали на данный момент, что она действительно может уйти. Вот. Очень важно, чтобы вы направили сейчас свои ресурсы на то, чтобы пережить для себя этот момент. То есть, ну, как я и сказал, разобрались со своей, с тем, почему вы страдаете, вот, ну, из-за чего вы страдаете. Это очень важно. И дальше уже могли бы действовать каким-то определенным образом по отношению к своей жене. Если честно, не очень понятно ваше отношение к тому, что происходит. То есть она говорит, что вот она вас никогда не любила, что не нравился секс, что не нравилось отношение ваше к ней.
Что изменилось? Совсем очевидно, что сейчас что-то поменялось, но что поменялось? Что конкретно поменялось? В том, как, например, устали относиться к ней вы, вот, в том, как, может быть, ну, изменилось что-то в ней самой. Что здесь, ну, происходит? Что здесь могло бы происходить с вами? Вот. Это то, на что нужно обратить, на мой взгляд, наиболее пристальное, наиболее пристальное ваше внимание. Потому что, как справедливо заметил мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, отношения с системой, и что-то там у вас что-то случилось, да? Вот. Ну, случится может все что угодно, это жизнь, а вот уже рассмотреть ситуацию, разобрать ее и решить, что можно сделать, это вот вполне реально. Но для этого вам нужно, ну, наверное, собраться и определиться с тем, чего сейчас вы для себя хотите вообще. И уже исходя из этого действовать. Вот, в том числе и с помощью психолога. Но, еще раз повторю, если ваша жена, например, ну, грубо говоря, изменила, да, свою позицию, да, если ваша жена, ну, просто вот она, ее точка зрения изменилась, да, ее ценности поменялись, она теперь хочет другого, а до этого она не любила вас, то, скорее всего, она уйдет, и вряд ли вы сможете ее, ну, вы сможете ей помешать, потому что чувств ее к вам нет. С другой стороны, вы можете вернуть вот то отношение, которое было у вас к ней, вот, и, соответственно, это может что-то поменять, ну, это может что-то поменять, конечно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена.